основателю, президенту, прекрасному человеку, нашему любимому Аширову Дмитрию Анатольевичу. Дмитрий Анатольевич, скажите нам, пожалуйста, пару слов, пожелайте нам, ну, того, чего захотите пожелать. Мини-болезнь, надо брать микрофон. Ну, по глазам все немножко более спокойно. Вот. Давно я не видел такой спокойный. Ну, и давно вообще не видел, правда. И на поле давно не видел. Да? Ну, хорошо. Спасибо вам, девчонки. Я не знаю, как это сказать. Присутствие других команд. Да, тут капитаны и других команд. Но Music Box «Основной инстинкт» для меня имеет название особой важности. Дело в том, что бренд «Основной инстинкт», ну, каким-то образом со мной хоть как-то связан. А люди, которые представляют вот эту волгоградскую мафию, а также вот творческую мафию, это для меня, ну, как дети, как друзья. Я всегда переживаю по-своему за успехи или неудачи команды. Я не всегда это показываю, ну, наверное, это понятно, учитывая то, что у нас 20 команд, и мне бы не хотелось против себя настраивать и против вас настраивать другие команды. Но при этом мне никто не запрещает радоваться победам, и я этим победам искренне радуюсь. Мне никто не запрещает хвастаться и гордиться вами, и я это делаю от всей души и абсолютно искренне. Мне никто не мешает, честно говоря, восхищаться вашей красотой, как мужчины, как в какой-то степени продюсером, и я это делаю с большим удовольствием. Хочу сказать банальную фразу, которую я говорю всем сначала. Я хочу вам пожелать женского счастья. С другой стороны, я понимаю... Спасибо. С другой стороны, знаю Дашу, Леру, я понимаю, что то женское счастье, которое нормально женщинам, как счастье, да, для них это скучно. Поэтому я вам хочу пожелать вот эксклюзивное пожелание, чтобы вам никогда в жизни не было скучно. Чтобы вам никогда в жизни... Нет, с вами точно не соскучится. Это я готов подтвердить под присягой. Вот, я хочу вам пожелать, чтобы не только вам было не скучно, но вам никогда не было одиноко. Наверное, для женщин это синонимы во многом. Я хочу, чтобы у вас всегда было куда идти, всегда было с кем идти, всегда было ради чего идти, и всегда это хотелось делать. Я вас очень люблю, и с праздником вас, дорогие, красивые Music Box «Основной инстинкт». Я не помню вашу кричалку, но если ошибаюсь, Music Box «Основной инстинкт». «Основной инстинкт» вперед, нас всегда победа ждет. Так было, так есть и так будет. Я бы добавил бы, а вам еще и прет, прет, прет. Да. Дмитрий Анатольевич, мы хотим подождите, пожалуйста. Поздравить вас с наступающим 23 февраля. Всего нашего дружного женского коллектива. Небольшой вам такой презент. Мы вас любим, уважаем. Итак, дорогие друзья, если вы помните,